Ну, бабочек просто масса, я смотрю, они просто здесь все, наверное, готовы сожрать. Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 21 мая 2019 года. Я нахожусь на территории детского парка. И я снова удивлен обилием бабочек. Приехал сюда снимать акации, а тут бабочек очень много. Сейчас я вам буду их показывать. Я сейчас буду ехать, и вы будете смотреть, как они будут вылетать из-под колес, смотрите. В общем, я как юный натуралист делаю вывод, что обилие бабочек как раз связано с цветением акации. Я прав, коллеги? И они вообще какие-то бездыханно падают? Нет. Взлетают. Я сейчас иду по траве, и роса, ноги мокрые. Ну, вот столько много можно всегда увидеть и всему удивляться. То бабочкам, то акации, то там еще чему-то. Я вот за это и люблю Анапу. И не жалею, что я сюда переехал. Ну, бабочек просто масса, я смотрю, они просто здесь все, наверное, готовы сожрать. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, комментируйте, в общем, участвуйте в жизни моего канала, предлагайте темы, не будьте равнодушными, и все будет хорошо. Вам хорошего дня, такого же солнечного и ласкового.
И до следующих встреч здесь, в Анапе. И раз уж мой сюжет сегодняшний про акацию, вот с этой акацией на улице Пролетарской, по-моему, потягаться кому-то очень сложно. И тут же здесь бабочки. Она уже, конечно, отцветает, облетает. Но здесь еще очень много цветущих гроздей. Ну а запах ее просто... Тут, кстати, уже выдохся. А есть вообще такой пьяный-пьяный запах, как одеколон. Посмотрели? Не забудьте поставить лайк.